Ближайший Лепиха. Переход на МЦК, наземный переход на станцию Тестовская первого диаметра, выход к аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Поезд следует до станции Деловой центр. С 22 июня будет закрыт участок Хорошевский деловой центр. Подробнее на мосметро.ру. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Деловой центр. Поезд следует до станции Деловой центр. Центр. Переход на Хирюгскую и Солнцевскую линии. Конечная.